У вересні у Дніпрі починає працювати нова приватна школа. Вона має назву «Стім». І виникла вона, наскільки я розумію, із відчаю. Ініціаторами стали батьки школярів. Що стало рушійною силою, через які терени продиралися і що врешті вийшло? Сьогодні будуть розказувати гості 9 каналу. Це Ольга Вишнянська і Альона Пахлова. Власне, ті самі відчайдушні ініціаторки створення нової школи. Я все правильно сказала, так? Представила вас правильно? Да. Доброго вечора. Добрий вечер. Давайте почнемо з того, дуже для мене необычне, странне название. Англійське пар, да, наскільки я розумію, чи є інше значення, ні? Це абревіатура. Чому? Це абревіатура. Да. Я думала, пар випустили, так от, от отчаяння школу зробили, взяли, відкрили, да? Так, так, розказуйте, що за абревіатура, що означає? Ну, це абревіатура на самом деле работающей учебной системы, которая мы в работе своей школы заимствовали. Она переводится, ну, расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Представляете, если ребенок первоклассник спросит, а у нас что просто обозначает? Мы расскажем. У нас в логотипе это все нарисовано, и ребенку будет понятно. На самом деле, очень понравилась идея и вот именно этой системы обучения, которая базируется на не просто изучении материала, а в этой системе ребенок, предполагается, что ребенок все пробует на вкус, на ощупь. То есть он изучает предмет и тут же пытается свои знания реализовать. Идет такой максимально практичный, да, подход. То есть дети зачастую не склонны слушать там, или не хотят учиться, учить предмет, потому что он не понимает чаще всего, зачем ему это. У нас именно такой практичный подход. Все знания, которые мы даем в школе, предполагаем давать в школе, они все будут иметь практичное применение, да. Завершение. Да? Послушайте, ну вот мне кажется, что организация школы, вообще учебного процесса, это безумно сложная вещь. Я не знаю, может быть, мне только кажется, может быть, это легко и просто, но вот сегодня очень много вариантов организации учебного процесса, очень много. Мне кажется, вот там сравнить, допустим, со временем, когда я училась, или там у меня ребенок уже школу давно закончил, это все было гораздо как-то традиционнее, однозначнее, да, и мне кажется, это проще. Сегодня сложнее выбрать родителям. Откуда появился такая, вот, откуда появилась такая система, которую вы сейчас вот назвали, и почему именно она, по-вашему, является вот правильной, хорошей, нужной? Смотрите, на самом деле это не единственная система, да. которая у нас именно в нашей школе внедрена. То есть кроме STEAM есть еще понятие 4C. Возможно, ну, многие слышали это об этом. Это откуда-то? Это зарубежный опыт или это изобретенный вами? Нет, это зарубежный опыт, от которого нет смысла отказываться. То есть это программа, которая в Соединенных Штатах начала работать еще в 2002 году. Организация, многие организации, которые интересуются вопросом, что же делать дальше, как готовить молодежь к вызовам 21 века, задумывались над этим и, в общем-то, обрабатывали информацию, искали навыки, нужные для 21 века. И в итоге есть такая система 4C, которая включает в себя такие понятия, и которая тоже внедрена в нашей школе, как collaboration, creativity, critical thinking и communication. То есть вот эти 4C, то есть взаимодействие, критическое мышление, и креативность, творческое развитие. И, да? Communication — это общение, возможность, умение донести свои мысли аргументированно до других людей, а не просто их оставить у себя как бы так в голове. Вот. То есть это 4 компонента, которые невероятно важны нашему будущему поколению в 21 веке. Откуда родились, в принципе, потребность и в STEAM, и в 4C? То есть откуда? Все очень просто. Мы сейчас живем во время, когда технический прогресс настолько ускорен,
настолько быстро все меняется, появляются новые технологии, что не я первая это говорю, то есть на самом деле я продуцирую общеизвестные истины, что 20 лет назад профессии, которые были актуальны, сейчас половина, либо сокращено количество, да, необходимость согласна. Людей, да, знающих, что будет либо еще через 20 исчезли, лет? Исчезли, или там видоизменились ужасно. Что будет еще через 20 лет? То есть, если мы будем продолжать давать детям ту же информацию, которая была актуальна 20 лет назад, что они будут делать, когда закончат школу? 11 лет школы плюс 5 лет института, да, это 16 лет. Через 16 лет они должны выйти... Ну, вы хотите универсальных детей вырастить, так не бывает. Конечно, они должны в процессе нет. развиваться. Правильно. Вот правильно. Это еще один важный момент. Спасибо, что вы прям с языка сняли. Дело в том, что если, допустим, там в 20 веке пока не было такой глобальной сети обмена данными, как интернет, да, разные базы данных, которых доступ сейчас есть у любого школьника, малыша, взрослого человека, то процесс был обучения связан с заучиванием определенного количества данных. И чем больше ты их знаешь, тем вроде бы ты лучший специалист. Сейчас такая необходимость, в принципе, отпала, потому что в течение пару секунд ты находишь информацию в интернет. А способность мыслить, вот умение найти, проанализировать, оценить, насколько это фейк или не фейк, насколько информация правдива. А запомнить тоже. Запомнить и применить. Вот слово английское, ты же не выучишь, пока не позубришь, там, в контексте его не почитаешь, там, несколько, не просто там услышал, запомнил. Нет, бывают такие гении, конечно. Ну, здесь мы говорим о развитии памяти, которая тоже, конечно, необходима. Но, опять-таки, дети должны понимать, зачем им это делать. Вот отказываются дети сейчас зубрить просто так. Они должны понимать, что им это интересно. Их нужно заинтересовать. Они должны знать, что это интересно. Например, новые слова через видеоролик в YouTube, которые они смотрели бы, но в переводе. Ну, я предлагала сыну подруги учить, там Бородино задали, да, я предлагала ему рэп складывать, он сопротивлялся, а рэп любит. Я говорю, давай вот положи его и на как? Рэп. Там. Ну, получается, ну, так вот. Старается. Правильно. Не все гладко, конечно. Моя, моя дочь, которая идет в третий класс, тоже учит стихи при помощи рэпа. Ну, ваши преподаватели, они вот как-то обучены, или они просто единомышленники? Вот с вами, да, эту идею там как-то... В первую очередь перенять? Единомышленники, иначе никак, иначе кто-то будет саботировать процесс. То есть вот реформа НУШ, которая сейчас существует, на самом деле неплоха очень, актуальна и так далее. Вопрос... насколько удастся внедрить ее, насколько готовы учителя, какое их количество и в каком объеме они готовы это внедрить. Не все то понимают, есть... что внедряют на самом деле. Или не согласны. Кажется, опять-таки, учитель, работающий в школе, может быть не согласен с тем, что говорят, ну вот тем, что предложено системой НУШ. Конечно. И когда он находится в классе, в принципе, он решает. Я не говорю, что он хочет хуже для детей, он хочет лучше для детей, естественно. И он считает, что методика предыдущая работала лучше, чем НУШ, к примеру. Поэтому, конечно, мы искали единомышленников в первую очередь. Давайте опишите, как выглядит школа. Вот мы употребляем слово традиционное, это обычная наша государственная школа, да? У вас как-то она отличается? Классы, наборы, уроки, там сейчас стоя, сидя, как это происходит? Лежа. Лежа, да? Бегая, прыгая, как это происходит? И кто обучает? И сколько детей у вас на сегодня уже есть? Вы стартуете с традиционного учебного года 1 сентября? Да. Да? Или у вас своих дат пока нет? Вместе со всеми? Есть, конечно. Так, вот кто пойдет 1 сентября в школу STEAM? 1 сентября в школу STEAM пойдет 4 класса. 1, 3, 5 и 6. Ну, количество сразу, потому что для родителей же это важно. Сразу количество, максимальное до количество класс, детей в классе 16 человек. 16 это было человек. Очень принципиально. Мы изучили несколько систем разных стран. То есть и наши системы изучали, и то, в том числе опыт с частных школ в нашей стране, и в России, и в Европе. И нам больше всего понравилась все-таки финская система. Она неплохо работает, да, она комфортная. Она комфортна и для преподавателя, и для ребенка. Нам очень хочется, чтобы у нас было приятно учиться и приятно учить. Поэтому мы решили 16 человек в классе. 16 не больше или не больше. Конкретно 16, именно 16? Нет, можно меньше. Можно меньше, можно но не больше. Меньше, да. Но это не все. При 16 учениках? При 16 учениках
у нас... Пять учителей. Два. Это касается младшей школы. Два учителя, которые работают в паре, которые помогают друг другу, которые наблюдают, насколько детям интересно, насколько дети хорошо воспринимают информацию. Одно из условий работы нашей школы с учителями, с педагогами, было, чтобы детям было интересно, и что преподаватели сами отвечают за уровень знаний детей. То есть родители не должны дома проверять, а что ты, ребеночек, сегодня выучил, что ты прочитал. То есть родители желательно вообще не вмешиваться в процесс обучения. Да вы что, родители будут счастливы? Ну, некоторые хотят, многие. Дело в том, что есть преподаватели. Преподаватели — это специалисты, которых учили учить. Родитель, который дома пытается объяснить ребенку принципы там, законов физики или законов математики, и он не умеет этого делать. Вот. Минимальный вред может нанести, там, включив в Ютубе какой-то ролик, да, который он найдет и покажет, как это делают специалисты. А вообще, по-хорошему, это должны делать преподаватели. А вы сказали, главное, чтобы детям было интересно. Дети все очень разные, интересно им совершенно разное. Одному будет интересно вот так, а другому совсем по-другому или вообще там совершенно другое. Как определить, чтобы всем, допустим, этим 16 детям было интересно, полезное, чтобы они там обогащались знаниями? Это разноплановая работа. Просто вы меняете подход, меняете вид деятельности. Одну и ту же тему можно учить, допустим, строя таблицу, дальше в игровой форме, в игровой, в настольной, я имею в виду, игре, в игровой, в ролевой игре, потом тот же, допустим, а потом диктант, к примеру. То есть, когда вы меняете эти формы работы, то оказывается, что одному ребенку, да, ему по душе больше вот первый вариант занятий, но это на одну и ту же тему, на а второй получит материал, достаточно, да, информации и усвоит благодаря второму варианту занятий. Опять-таки, самым главным, с чего начинается наша школа, это базовые ценности. Это уважение к себе, когда ты не позволишь себе поведение какое-то, да, ну, скажем так, негодящееся для школы, потому что ты уважаешь в первую очередь себя, уважение к своему другу, сидящему рядом с тобой, да. Мы говорим о том, что одно из правил нашей школы будет гласить, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть пока ты не мешаешь другому человеку, ты свободен. И уважение к учителю. Причем уважение как к личности у всех одинаковое, ко всем одинаковое, и к учителю, и к детям. Но как к специалисту, к учителю уважение больше. Поэтому глава в классе, конечно, учитель. Вот. И на самом деле это работает. Вот пока дети не уважают себя и не уважают тех, кто находится рядом, не будет учебы. Я это проверила уже многолетним опытом. Вот в классной комнате не будет никакой учебы. Вот я сейчас слушаю, знаете, о чем я подумала? Первый, второй... Еще раз повторите, какие классы? Первый, второй, третий, пятый, шестой. Потом, я так понимаю, по завершению там, шестого класса ребенок должен будет куда-то перейти. Нет. Мы будем расти на седьмой, восьмой. Вы будете девятый? Открывать. Конечно. В связи с чем вопрос? Потому что когда ребенок в другой коллектив идет, а там совершенно ему же надо как-то адаптироваться, а он привык вот так, а он привык сидеть там, не учить уроки или лежа их делать, там, да, а потом его там посадят за парту, и он... Как он будет жить с этим? Смотрите, на самом деле у нас тоже есть парты, их никто не отменял. Ну, например, да. Да, у нас есть парты, единственное, что это парты, это была просто наша мечта, мы ее реализовали. Это парты в виде трапеции, которые можно составлять, чтобы посадить двух детей, четырех, шесть, поставить круг, сделать полукруг, то есть это можно в течение урока менять, очень легко, они легкие, и поэтому можно делать, ну, разного рода, вот как я говорила, работы проводить очень легко в течение урока, меняя дислокацию тех же детей. Так вот, а вот списывание, как раз когда ты уважаешь себя, ты не списываешь. Если, конечно, тебе за это уши не дерут, да, ну вот за то, что ты... То есть здесь возникает вопрос оценок. Что такое оценивание? Оценивание не для того, чтобы сравнить тебя, там, Васю с Петей. Тогда это обидно, тогда ты начинаешь списывать. Ну, шкала какая-то же должна быть. А вот оценивание, да, твоих результатов по сравнению с вчерашним днем. Да, да. И тогда тебе не надо списывать. Ты стараешься просто сам вырасти. А если у него с первого дня высший балл?
Отлично. Расти некуда. Замечательно, есть куда. Я шучу. Всегда, конечно, есть куда расти. Мы готовы предоставить тем детям, которые будут действительно быстрее идти. Возможно, они придут более подготовленные, ведь опять. То есть дети могут прийти с разной готовностью. Ну, все разные, конечно. Я понимаю, что вы всех знаете, знакомитесь, или уже знакомы. Не всех. Да? Не все. Да, у нас не только свои дети и дети друзей, к нам сейчас большое количество детей приходит, которых мы не знаем. Поэтому ну, вначале... и будут приходить и дальше, будут приходить. Да, да. Будет расти. Поэтому у каждого свои сильные стороны, тоже такой момент. Недавно в интервью услышала, что мы помогаем, ну, кто-то говорил какая-то, не буду говорить кто, мы помогаем найти талантливых детей. Нет, каждый ребенок талантлив. Открыть талант. У каждого, абсолютно верно, у каждого есть свои сильные стороны. Вот в рамках изучения английского я уже с этим столкнулась. Если честно, я настолько радовала этому. То есть у меня в каждой группе детей, которые занимаются, есть те, у которых отлично с грамматикой, а есть те, у которых замечательно с аудированием, а есть те, у которых словарный запас шикарен, а грамматика чуть хромает. Они все уникальны. Это, ну, не знаю, мне кажется, для преподавателя это самая большая радость, когда ты видишь... Ну, да, обработать здесь... классно, приятно, очень здорово, классно, когда разные дети, да, и когда вот можно опираться на одного или другого. Очень важный вопрос. Это платно? Да. Это дорого? Ну, нет. Я бы, конечно, была рада, если бы вы назвали. Бесплатно. Да? Насколько? Нет, нет. Если бы было бесплатно, нет. Насколько дорого, да, чтобы, ну, сравните с чем-то, я не знаю, или, может быть, вы можете назвать. Насколько вот там... У нас была цель. Можно позволить. Ну, себе. Одна из, один из принципов, которая была вложена в, при построении этой школы, школа должна быть доступна. Ну, как бы совсем бесплатно не получится, но она, стоимость обучения ниже, нежели все остальные частные школы в городе. По одной простой причине. Я мама двух школьников. Знаете рынок. Я, ну да, я искала. Мы не собирались открывать школу, то есть не было такого. Все, моим детям не подходит эта школа, не подходит государственная, они, эти школы недостойны, поэтому мы будем создавать свою. Нет, просто мониторинг школ показал, что очень тяжело будет финансово обеспечить, да, учебу двум детям. Традиционную-то нынешнюю... школу тяжело обеспечить сегодня, ну, да? Ну, если... Разные школы. Разные школы, да. То есть вопрос в том, что, возможно, если бы традиционная школа, государственная школа была бы платная, но совсем чуть-чуть, ну, какие-то вот, возможно, это была бы хорошая идея. То есть цена доступна? Мы ее можем назвать, мы ее не скрываем. Назовите, назовите, конечно. Мы в этом году приняли месяц. Решение 4000 гривен в месяц. В месяц. Ну, я должна спросить, что входит, мне кажется, это помещение, это же все вот, конечно, эти проверки, традиционные все эти столовые, как это все у вас, там кушают дети, что, дети кушают, спят там, малыши. Ну, правда, это же вот очень сложный процесс с точки зрения вот той советской школы, в которой училась я, мне кажется, это вообще гигант система. Ну, сейчас, наверное, мне кажется, немножко все шагнуло вперед. Сейчас все, в принципе, если сесть и подобрать, найти верное решение, то сейчас все чуть-чуть проще. То есть есть фирмы, которые кормят детей. Вы заказываете, да, привозят. То есть это кейтеринг, есть этих фирм достаточно много, есть большие, крупные, которые несут ответственность. У них есть сертифицированные емкости, в которых они привозят, у них в порядке все документы, да, которые полагаются быть у этих предприятий. Питание мы отдали на откуп родителям, то есть родители наших детей, начиная с учебного года, просто сядут вместе за круглый стол каждого класса отдельно и примут решение, с каким из предприятий мы будем сотрудничать. Как и чем кормить. Да. Ну, да, пребывание, классы, помещение оборудовано. Сколько штат учителей, вот сколько всего у вас, да, там, физруки, трудовики, все это есть или нет? Да, конечно. Конечно, это есть. В классе есть необходимая мебель, необходимое оборудование. Какое-то отдельное помещение. Да, вас, конечно, да? Это отдельное помещение с классами, с большими, просторными, красивыми классами. Есть отдельно зона отдыха. Нам очень она нравится, зона отдыха. Для перемен. Да, конечно, для перемен. Причем это зона отдыха, которая без смартфонов. То
То есть если ты хочешь валяться там с пуфиками мягкими, там ребята с ребятами играть и так далее, то есть только без смартфона, мы хотим, чтобы они начали общаться, хотим их вынуть. То есть мы будем в течение урока мы используем технику. То есть они на уроках смогут использовать и будут использовать те же смартфоны периодически для того, чтобы понять, что смартфон — это не только зайти и поиграть в шарики. Смартфон — это еще инструмент, можно, которым можно пользоваться зайти, для поиска информации, выполнения каких-то работ, то есть что это не просто игрушка. Реферат скачать можно. Вот поэтому рефераты нужно писать самим. Это я к тому, что это очень сложно бороться с этим. Дети, вы же сказали вначале, дети все умеют, они там за 2 минуты, за 2 секунды даже вот могут найти. Умеют, да. Он нашел и скачал, вы будете ему рассказывать, как надо писать реферат. Он принесет вам готовый. Ну, это более старший. Да, конечно. Во-первых, более старший там будет видно, да. Допустим, тот же английский, который будет ежедневный, мы будем эти 16 человек еще пополам делить, то есть группа будет максимум 8 человек. Вот. Для английского мы, вот еще одно заведение, которое участвует в организации, да, этой школы, это школа английского Study World, которая уже там несколько лет, и методика, и учителя этой школы будут специально приходить и в Steam проводить уроки английского вот этим вот половинчатым группам. Там свое оборудование, там свои материалы. Все это есть, и мы готовы принимать. В общем, вы обеспечены всем. Я, к сожалению, должна заканчивать. Вот эфирное время у нас завершается наше. Как познакомиться родителям, желающим, которые вот услышат, увидят? Как с вами познакомиться? Прийти с вами лично общаться, почитать где-то, я не знаю, звонить? Ну, у нас где есть... добрать информацию, которую мы сейчас не озвучили? У нас есть своя группа в Фейсбуке. У нас есть сайт. И сайт есть. И сайт, да, нужно набрать Steam, STEAM, как пар. Вот. Да, и вы нас найдете. Есть еще один вариант. 1 сентября. 1 сентября. Вот, да. Какой-то там у нас, день открытых дверей, да, возможно, вы проведете. У нас ближайшие мероприятия, которые мы себе наметили, это День науки, праздник науки 1 сентября. Это специально такой праздник, мы его решили сделать выходной, чтобы могли и родители, и дети прийти. И, на линейку. Линейка будет? Очень планировали, но нет. Ну не будет. Нет, нет. Не получилось. Это будут разные опыты, квесты по разным дисциплинам, и родители, и дети могут в них участвовать. Это будет очень интересно и бесплатно. Да. Депутатам нет, да, там речам. Только если они родители ребенка. Мы рады вас видеть в нашей замечательной школе, да? Нет. И находимся мы на Победе 5, это проспект Героев 14. А. 14А, не просто так все. Сориентируйте, это здание там чего? Это... Во дворе китайской стены. Во дворе китайской стены. Там да. Детские садики, насколько рядом. Я знаю. Да? Рядом с детским садиком. Между детским садиком и бывшей АТС. Бывшую Укртелеком, да. И до 1 сентября дети, которым скучно дома, пожалуйста, могут приходить к нам. У нас открыта игротека. Огромное количество игр. С ними будут там, с ними находятся взрослые. Пожалуйста, мы всех приглашаем с 11 до 17. До 17 можно до школы, до начала школьного периода, пожалуйста, приходите. А если будут желающие, вы готовы принять вот сейчас новых учеников? Сейчас все да. сформировано, да, нет, насколько я понимаю? Нет, у нас еще есть места. Есть возможность. Да, да, поскольку все еще. То есть мы вот еще и можем предложить нашим пожалуйста, зрителям такой вариант. Пожалуйста, мы будем очень рады. Итак, 1 сентября, проспект Героев, 14А. 10:00, праздник науки. Замечательно. Мы готовы всех встретить. Ну что, я думаю, интересно будет последить за вами вот в процессе работы и там по истечении, может быть, 2/4 или у вас как-то по-другому там нет, учебный процесс тоже традиционный, да? Вот послушать, что вы скажете, что о вас скажут, будет интересно. Мы с удовольствием придем, если пригласите. Спасибо большое за участие. Вам желаю вам удачи. Пусть все получается. Спасибо большое. Добрый путь. Спасибо. Я ще раз дякую нашим гостям. Ольга Вишнявська і Альона Пахлова, ініціаторки створення нової школи.